Выходные не повод сидеть дома, и мы знаем, как интересно и с пользой провести время. В субботу в парке имени Зернова пройдет одно из самых ярких музыкальных событий этого лета – традиционный фестиваль «Зато рок». На сцену выйдут группы The Line Break, The Group, Morpheus, Океан, Маст, Метрология, 731 и другие. Любителей живой музыки и драйва ждут в 15 часов на танцевальной площадке парка. Вход свободный. Но если вы не любите громкую музыку и предпочитаете спокойный отдых с семьей, вас все равно ждут в парке Зернова. Прогулки по зеленым аллеям, бесплатные игровые зоны для детей, аттракционы на любой вкус и возраст. Что может быть лучше, чтобы набраться сил перед трудовой неделей? В субботу и воскресенье с 11 утра и до 8 вечера парк открыт для всех желающих. Для тех, кто предпочитает року, поп, джаз или R&B, у нас есть тоже интересное предложение. Любители живой музыки ждут в воскресенье в ресторане «Прайм». Здесь пройдет сольный концерт Екатерины Голубовской, а значит вечер точно получится теплым и атмосферным. Насладиться красивыми композициями, к тому же вкусной кухней, можно 19 августа в 18 часов. Не забудьте приобрести билет. Приятно провести время можно и в кинотеатре. Саровчан ждут премьеры. Для просмотра всей семьей идеально подойдет фильм «Аксель». Главный герой фильма Майлз случайно находит новую военную разработку – гигантскую собаку-робота по имени Аксель. Обладая искусственным интеллектом следующего поколения, но с огромным сердцем верного пса, Аксель быстро становится лучшим другом парня. Это своеобразная история настоящей дружбы и преданности. Вот только вышла она на новый технологический уровень. Но вечные законы жизни остались прежними. Ты всегда в ответе за тех, кого приручил, а значит, главному герою придется защищать своего верного друга от правительства, ученых и спецслужб. К просмотру с детьми рекомендовано однозначно. А любители пощекотать нервы приглашают на вечерний сеанс на фильм «Слендермен». «Слендермен» — это оживший интернет-мем, который несет смерть легенды о тонком человеке, который появляется из ниоткуда и похищает детей, давно ходила по всемирной паутине. И вот школьницы решили доказать одноклассникам, что это просто детская страшилка. Но после обряда вызова монстра одна из девочек бесследно исчезла. Чем закончится эта история, узнаете, когда отправитесь в кино.